До выхода на сцену считанные минуты. Яркий грим и нелепый наряд. Но самое главное – это радость, которую клоунесса подарит зрителям. Смешить маленьких и взрослых посетителей на арене цирка – это хобби, рассказывает 18-летняя Гуриза Ниязкулова о своем увлечении. А еще, добавляет она, все в жизни порой бываем клоунами. Хотя будущая профессия у нее достаточно серьезная. Гуриза учится на журналиста. Цирк очень интересная, это интересная профессия для меня. Всегда была интересным и остается интересным, таким секретным, таким сказочным. Хотя я уже работаю здесь, который уже выступаю который раз. Вот. Я вообще не думала, что я здесь буду работать. Для меня это было спонтанно, так говоря. Я раньше училась в театральном студии. Вот. И там я увидел наш Алай и мне пригласил. Вот. С этого момента я здесь работаю. Кстати, в отечественном цирке клоунессы редкость. Сейчас их здесь две. Гулиза и ее коллега Джейна Гуль. Говорят, что быть клоуном – тяжелая работа. С одной стороны, кажется, что дурачиться очень легко. Однако сложнее всего войти в доверие к детям. Я буду танцевать. И это будет классным. Сейчас будет реприза, рассказывает клоунесса о своей программе. Это короткий шуточный номер, во время которого они выполнят несколько трюков. А их старший коллега Кадырбек Таджиев добавляет, все клоуны госцирка недавно были в Саудовской Аравии. Целый месяц там выступали с успехом. И вот вернулись в родные пенаты. Теперь и своих рассмешат. Клоунессы, черт побери. Так называется выступление. Обычно, когда объявляет клоунов, всегда выбегают мужчины. А в сегодняшней программе у нас появятся две девочки молоденькие. Они выбегут, они будут смешить так же, как мы. Много радости детям принесут. Кстати, это не обычное выступление, а смотр артистов госцирка. Клоунада, джигитовка, акробатика, танцы в воздухе. В каждом из них своя изюминка. В данное время в Кыргызском государственном цирке идет просмотр цирковых номеров, которые есть и работают. Мы хотим сделать тарификацию, кто какой артист, на что способен. Кто-то повысил свой творческий уровень, может, кто-то, у кого-то застой. То есть будет идти тарификация. И вот один из просмотров сегодня. Мы решили это сделать при зрителях. Естественно, и клоунада, и другие номера лучше принимаются при зрителе. Это удобно для артистов. Нравятся мне актеры и с животным мне нравится. Нравились актеры и как выступала особенно клоун. Ожидания, конечно, все произошли. Очень интересно было и красочно. Как акробаты прыгали. А это лучшее признание для артиста. Есть куда расти и к чему стремиться. В планах у циркачей создавать новые номера и пошить новые костюмы. Анастасия Соболева, Владимир Колбалдеев, НТС.